Рефлерация уже. Вы какие-то были уже? Забыли камеру. Давай, беседки уже. Там беседка хорошо возьмут. Боже, нам тут. Фотографируй. Видео съемка. Вася, все стоит в голове, блядь. Если выбор между 150 и играть, не играть 50. Стихия. Черг все. Потренировочка? Чудакам не жалко польки. Лёха, внизу не видно, там калюжи. Скажу, внизу не видно, де-не-де. А тут близко, а там нічого не видно. Рівненько. Пару подкатів, движений, блядь, і все кривеньке. Зараз любий дощ в окно. Вовкадутька. Зараз побачимо, як наловили. Андрій, ще ви покажи. Блять, ты представил, хрен зараз вообще. Вот ты ходил, все сделаем, блять. Вот и майк ему, блядь, выйти. Он добро здесь. Из Новограда, по-любому. Ну, должен носить, куда все едет. А потом что? Играет. Вы начали что-то там с ним у цели. Непонятно, что. Из Новограда, по-любому. Ну и что, если вы не взяли зима, то не взяли кожу. А я думаю, да. Тобто выйти до поля, как паспорта. Паспорти тоже нема. Дают права. Це ж не документ. Людські права. Ми їздили в цей. Це не є документ, який свідчує особу. Ми їздили... Паспорт України тільки засвідчує. Ми їздили в Кузнецьому теж там. Це другого літа. Не запустили, що... Двох обрамов.